Привет, мои скауты! С вами Кьюбайт и добро пожаловать в Injustice 2! Мы начинаем проходить сюжетную часть, сюжетную линию, сюжетную кампанию, как хотите называйте. И сегодня будет еще один розыгрыш Injustice 2, но я напоминаю, что Injustice 2 вышла пока только на мобильные устройства, это iOS и Android, и вышла на консоли нового поколения, это PlayStation 4 и Xbox One. К сожалению, на ПК и на Xbox 360 и на PS3 они не вышли, она не вышла, поэтому, ну, там невозможно в нее поиграть просто-напросто. Но мы делаем еще один розыгрыш, точнее, я делаю еще один розыгрыш. Для того, чтобы получить Injustice на PS4 или Xbox One, вам нужно поставить лайк этому ролику, подписаться на этот же канал и оставить в комментариях ссылку на вашу страницу ВКонтакте и название платформы PS4 или Xbox One. Чем вы пользуетесь, где вы играете. И ждать уже 20 мая, когда я скажу результаты в группе ВКонтакте, ну или просто вы получите сообщение в личку ВКонтакте. Оставляйте, действуйте, ну а мы с вами начинаем сюжетную кампанию. То есть всего будет разыграно две игры. Одна, ну вы можете перейти сейчас на ролик «Первый взгляд», там тоже лайкнуть, тогда шансы повышаются. То есть вам от этого только лучше на самом деле. Получается, будет разыграно две игры. Окей, субтитры включены, режим, сложность у нас будет средняя сюжетного режима. И мы начинаем. По идее, сейчас будет то, что мы уже видели в мобильной версии, если вы смотрели мой ролик. Там я уже, ну там, опять же, 15 минут поиграл. Это у нас Криптон. Но плюс того, у нас здесь будут субтитры русские. Это офигенно. То есть с субтитрами, конечно, гораздо проще и комфортнее играть. Но озвучка останется оригинальная, это классно. Я люблю оригинальную озвучку. Найс. Я напомню, что в конце первого Инжастиса я на самом деле не знаю, как здесь будут брать сюжет. Но если по играм, а это логичнее было бы, если брать игры, то есть комиксы, да, они дополняют сюжет игры. Но если брать конкретно игры, то в конце первого Инжастиса, насколько я помню, посадили Супермена в камеру. Аквамена и Чудо-женщину убрали с их постов правителей. Вот, что там у нас, Джокера отправили в тюрьму, по-моему, его судили. Ну, с другой вселенной, то есть одного Джокера убили, другого, с другой вселенной прибыл другой Джокер, его судили потом. Что-то такое. Ну и вообще, этот режим Супермена, он прекратился тогда, в конце первой части. Здесь же у нас нечто другое. Да, сейчас мы видим все... Следим вообще за Супергерл, она же Кара. И это некая предыстория. Как вообще во вторую часть забрался Брейниак? Я напомню, если вы хотите тоже увидеть Брейниака в играх, то можете поиграть в LEGO Batman Free Beyond Gotham. Free Beyond Gotham. Там он тоже является главным злодеем. И вот его огромный корабль. Он у меня есть, кстати, из LEGO. Тоже, он даже в Лего намного круче выглядит, на самом деле. Огромный корабль в виде черепа с щупальцами. Не знаю, почему, кстати, они сделали ему щупальца даже на спину, и он теперь похож на Отто Октавиуса, я это показывал в первом взгляде. Мы сегодня еще попробуем различные костюмы. То есть, все будем тестить. У Супергерл у меня есть костюм Power Girl. Все, и улетел, он город просто разбомбил. И свалил. Да, посмотрите, там даже магма. Это лава. Кара, там за спиной чувак с мозгами. Да, на PS4, конечно, гораздо круче все это смотрится. Она так забавно побежала. Кстати, нас... Я что хотел сказать? Забыл. Я серьезно забыл, пока сидел. Сейчас я вспомню. Built a ship just like this for your cousin Cal. Я забыл. Ладно. Да, там у нас Супермен.
малыш Супермен. Кстати, стоит отметить, что в киновселенной DC есть куча намеков на Injustice. Ну, по крайней мере, в фильме «Бэтмен против Супермена». Вообще, есть небольшая теория, но сейчас я чуть попозже не скажу. Есть небольшая теория, что в киновселенной DC это как бы такое небольшое... Это уже... Скажем так, другая реальность. Типа там сначала был этот Injustice Супермен. Ну вы помните, да, что Флэш прибежал во сне к Брюсу Уэйну. Я там про киновселенную, про Бэтмена, про Супермена. Он прибежал, сказал там, Лоис это ключ. И так далее. И нам показали еще потом, как Супермен. Ну в общем, нам показали по сути Injustice. События первого Injustice, только во сне Брюса Уэйна. И есть теория, что Injustice на самом деле был уже в киновселенной DC. И типа вот это все откатилось. Флэш вернул... другую реальность и так далее. И во снах проявляется та реальность. Это Супермен колол, такой замечательный милашка. Вот, то есть такая теория есть. На самом деле звучит очень неплохо. Можно было бы, может, даже ролик сделать отдельный. Если вам интересно, пишите в комментариях. Да, и они разделились. Мы знаем, что Супермен прилетит на Землю, а Кара, она улетит. Ну, будет еще путешествовать пока. По просторам. Injustice 2. Тут, по-моему, без какого-то подзаголовка, то есть не... Как там? Gods Among Us. Боги среди нас. In my years fighting crime, I've learned one truth. That every villain is the hero of his own story. Это Брюс Уэйн. Superman was no exception. The Joker drugged him, tricked him into killing his pregnant wife Lois, and made him trigger the bomb. Ну вот небольшой пересказ идет событий первого Injustice. So when Superman killed the Joker, I understood why. We all did. But once that line was crossed. Блин, посмотрите, даже текстура костюма видна. Это круто. He gave himself and the Justice League a new mandate. Stop all crime before it happened, by any means necessary. But he couldn't see his good intentions were leading him down a path of tyranny and evil. That's how our greatest hero. Опять же, уже выходят комиксы, уже там какой-то выпуск, по-моему, 10-й есть, Injustice 2. А, нет, несколько. Injustice 2, так что вы можете читать и в комиксах быть. Блин, конечно, на PS4 все ощущается гораздо круче. А на PS Pro, наверное, еще круче. Падение бога. Бэтмен. Здесь мы и будем играть за Бэтмена, то есть каждая глава будет за разного персонажа. По-моему, в Injustice так в первом и было. Если бы Джокер убил меня. Да, мы знаем, что сейчас его подобьет киборг. Но это опять же для тех, кто смотрел мобильную версию. Но не переживайте, в мобильной версии я прошел вот до событий лечебницы Аркхэм. Там буквально еще 10 минут. Привет, киборг. Дэмиан Уэйн, наш малыш, улетел. Ну, а мы сейчас будем драться. Я буду снова нубить. Мальчик-зверь. Блин, ну Бестбой, зачем переводить Бестбой? Бестбой это и есть Бестбой. Черт, ну... Starfire же они не перевели. Бредово как-то на самом деле. Да, кстати, Бестбой так и не добавить. Starfire будет же в паке, а Бестбой вроде нет. Оу, что я сделал? А, вот, можно было притянуть. Плохо. Полетели. А, блин, это было прикольно. Воу, со мной летают теперь маленькие дроны. И что они, как ими управлять? Или они просто... А, они, ну это показывает то, что мы немного усилились. Он вот коробку вызывает материнскую. А, стоп, погодите, может я одного могу? Нет, я метнуть. Это маленькая летучая мышка, это, блин, как же это офигенно выглядит. Я так, о, черт, капкан. Я, кстати, не знаю, какой у Бэтмена суперудар. Давайте сделаем, посмотрим. А, не-не-не, хочу сейчас, секундочку. Отбить сначала серую часть.
Надо было, блин, посмотреть. Ну, я примерно знаю, какие у него. Найс. И теперь я могу, сейчас он встанет, и теперь я могу сделать суперудар. Ну только блок. Окей, бэт крыло его. А, ну да, я где-то это уже видел. Просто офигеть. Выглядит круто. Кстати, в первой части было нечто похожее, я помню. То есть что-то тоже связанное с бэт крылом было. Сейчас я не попробую еще вот этот удар. Да, я буду пока учиться играть. А, стоп, это и было, да? А, бетаранг, окей, да, прямой гарпун. Зажигательные. Ну, то есть у Бэтмена такое, да, я понял. То есть каких-то там, ну, блин, понятно, у него гаджеты, все мы знаем, что он этим и силен. Но, знаете, так удар должен быть плечом, а не защита. Ладно, я понял, я немного туповат. Так что нам придется использовать суперудар, чтобы победить. Ну, посмотрите, мне остался один критический удар, да, но сейчас мы его по-любому вырубим уже. Ну, я напомню, что сейчас мы играем ради сюжета, а не ради боев. Вот здесь переход более плавный, чем на мобилке. Arkham Asylum. Вот здесь я до определенного момента прошел, там один бой с Суперменом и все. А, не-не-не, не совсем. Чувак, ну вот тут просто, ну что-то. Как можно не услышать, что за тебя кого-то, ну даже если там какой-то ниндзя, ну... Нет, их нельзя назвать ниндзя, они в огромных таких костюмах, там даже плащ, он шуршит же. Что-то такое. Как можно не заметить? Кстати, неплохо подстебал Бэтса. Ну, типа, знаете, все такие, Бэтмен не убивает, но он же так их избивает, что они там потом... Окей. Я забыл про это. Блин, Чудо-женщина же круто выглядит. Вот, на самом деле, я такой хотел бы вид в фильмах, ну, в киновселенной. И мы меняемся вместе с ним. Переходы такие хорошие, мне нравятся вот прям. Ну, такие плавные-плавные. Черт! Держи еще! Оу, ты брос... Я буду батарангами тогда. Что у нее было? А, я думал, это материнская коробка в руках, но нет. Это она просто использовала свою мощь амазонки. Стоп, а я захватывал уже? Пробовал это делать? Да я знаю, что ты меня можешь победить. Ты-то круче меня... Чё я перепрыгиваю все время? У меня есть какая-то такая мания постоянно нажимать, ну, на прыжки, ну, в воздухе. Сейчас. Вот, я запустил эти штуки. И могу сделать еще... Нет, все-таки сейчас не буду. Или стоит это... Да, наверное, стоило. Она мне уже снимает. Ну, привет. Подпрыгни, черт возьми! Я не успел ничего сделать. Я опять же с блоками не разобрал, сейчас мы это сделаем. Оу, what the hell? У нее одно из самых жестоких пока, которые я видел. Оно протыкает. Бай-бай! Ну вот все-таки, на мой взгляд, кстати, было бы прикольнее сделать разнообразные комбо. Все-таки, конечно, это все выглядит круто и, ну, мне нравится. Нравится, но за бой ты можешь сделать их несколько. То есть, ну, хотелось бы, чтобы, опять же, и за бой они разные были. То есть, один раз такое, другой раз такое. По-моему, так нельзя. То есть, насколько я знаю, что в Mortal Kombat, что везде, вот эти суперудары, они одни. Может быть, эта игру, конечно, там тяжелее в плане гигабайта и сложнее это было бы проработать. Но это было бы интересней. Вот-то. Блин, нет, я ненавижу эти штуки. Икс, я не умею. Она это сделала. 25 восстановления здоровья ей, а не мне. Мы поменялись. Сейчас, чуваки, мне придется спамить. Мне ничего не остается, кроме как спамить. Стараться спамить. Стоп, а просто назад же. Ну, меня убили, короче. Печальненько.
И почему-то вот здесь я победил гораздо круче. Ну, то есть там у меня еще много жизни осталось. Ну, видимо, болтовня. Она делает свое дело. Скажи мне правду, тебе. У Бэтмена такое странное лицо было. You can't turn your back on him. He needs you. That's why I came. Бэтмен не против Супермена. Да, вот мы уже в самой лечебнице Аркхэм. Ну, здесь по-прежнему куча злодеев, куча бандитов, отпетых преступников всяких. Кстати, нужно искать пасхалки, потому что они тут тоже будут и... Ну, нужно глядеть в оба, по крайней мере. Doc, what are they gonna do with us? Where we going? Как всегда. Чувак, ты явно не в тот день начал все... Супермен. Блин, эти красные глаза, они мне постоянно... Ну, выглядит он, конечно, величественно. Это он говорит нам или им? Типа, уйдите на 2 минуты или нам? У нас есть 2 минуты. You're better than this, Clark. These inmates are irredeemable. They're thieves, rapists, murderers, like the Joker. That's the problem with fighting for truth and justice. The battle never ends. And executing them will end it. First Joker, now this. When does it stop? When there's no more crime. When people can live without fear. We want the same thing, Bruce. I wanted to kill my parents. I could have. But that's not the life they wanted for me. And it's not the life Lois would want for you. Don't you put that on me. Oh, shit. A red solar grenade. Да, граната Клэ... Я хотел сказать, его же под лучи красного, красной звезды заперли в конце первой части. Вот как раз таки это и есть. Она убирает силы Супермена. Ты был моим другом. Ну что, давайте пробовать драться теперь с Суперменом. Конечно, это будет не так просто. Я, кстати, не знаю, почему он красным. Это... А, нет, это не из-за красной звезды. То есть желтое солнце дает ему силы, красное солнце оно отбирает силы. Это не криптонит, это немного другое. Чё такое, меня бьют. Вот эти дроны, они такие, ну, маленькие летучие мышки, они классные. Бэймс! Не ожидал? Воу, вот это было офи... Как я... А, это я сделал... Блин, прикольно. То есть это я нажал, я просто хотел использовать одну комбо? Прям по лицу ему, черт, они прилетели. И кажется, даже что-то было, типа, знаете, как она порезала его. Пау. Плащом тебя, парень. Я стараюсь использовать комбо. Но я говорю, что в файтингах я все-таки плох. И, знаете, постоянно какие-то приемы хитрые. What the hell? Вот сейчас не помешал бы костюм, как из Бэтмена против Супермена. То есть такой, знаете, бронированный. Или бронированный, блин, я вот забыл, как правильно. По-моему, бронированный. Да. У него есть... Ну не надо! Не умею я... Стоп, сейчас, я пытаюсь понять. Не, я все равно хуже сделал. То есть там нужно успеть. Ему еще больше восстановилось, 30%, обычно 25%. Мне нужно было ничего не восстановить. На! И-е-е, мы его подкатом просто вырубили. Ой, как-то переместилась странно. Отойди. Виктор Сасс. Психопат. Сколько женщин ты убил? 100. Ну, он реально на меня похож, этот Дэмиан. Здесь. Ну, серьезно похож. Даже я вот. Ну, только... Хотя даже носа немного, но нос другой. Робин, дай его! Ты бы лучше бороться с твоими друзьями, чем реальная проблема. Я предупреждаю тебя, сын. Son? You didn't raise me. The League of Assassins did.
Даже Супермен офигел от этого. Робин. Ну мы поняли уже, что ты на стороне Супермена, а? Ты хитрый сынок. Не такого сына я растил. Сын против отца. Блин, это он такой ловкий, я просто не понимаю. Да, все-таки это, знаете, это... Я возьму... Просто офигеть, он настолько быстро двигается, я чуть даже не успел сообразить, где я и где он. Здесь пришлось использовать уже суперудар, потому что... Ну, он неплохо так меня бил, он спамил, я даже реально не сообразил сначала. Вот так я должен был играть, чтобы, знаете, противник даже не понимал, я его бью или нет. А я пока там нажму эти удары, пока... Воу, это что было? Это ж у меня было. Что-то одна летучая мышка там выскочила. Во, это да-да-да, у меня появился этот удар. Криптониты, правда, зачем он здесь? Не-не-не, не супер прием, а ну лежай, собака. Не надо. Ты хоть и сын, но я тебя не люблю. Не надо это делать. О, все, у него пропал суп. Он его использовал, наверное, или он просто пропал из-за того, что я его ударил. Мы эту клетку уже... Подкат, подкат! Под... Нет, как я делал подкат? Стоп! А, я с ним что, на мобилке не смог справиться? Что здесь? То есть, вот я реально на мобилке тоже ему проигрывал. Да я ему проиграл, кстати. Ну, со второго раза, да понятное дело, я его смогу победить, тем более, если не болтать. Но все же... А, один удар, ну понятное дело. И мы победили. Наконец-то, мы, кстати, получили какую-то иконку еще. Костюм. Сынок, да? Вот здесь как-то не очень были текстурки. Текстурки! Просто мыльно было немного. Да, выглядит круто кадр. It's been years since the regime fell. Superman's behind bars. Damian, my own son, is there with him. Да, но мы теперь возвращаемся в настоящее время. Your goal was to reassure people, Mr. Wayne. You're not alone in rebuilding Gotham and Metropolis. But if we don't change some minds soon, thought that's why you hired that over. Да, это Люциус Фокс. Convincing folks to move back to these cities is a lot harder when they're afraid someone's going to knock them down again. Superman's never getting out. I made that clear. But Wonder Woman, Black Adam, Aquaman, they're still out there somewhere, and seemingly immune to prosecution. I know you built Brother Eye to keep tabs on all those loose ends, but the public doesn't know. Brother Eye's secrecy is critical. Братский глаз. В меню есть тоже такая глава. Вкладка. What's that? Be a little less Batman, a little more billionaire playboy. Get out around town in the daylight and smile. Focus groups show people feel safer when they see you smile. Бэтмен ответил так же, как и я, так этим. Тяжело Бэтмену. Это напряженная музыка такая, знаете, экшен, она напрягает. Оу, канарейка и зеленая стрела. Дайна, Оливер, thanks for coming on short notice. You're lucky we found a sitter. Неплохо она выглядит. Ауе, секретная прям, секретный лифт. Метро Готэма.
My great-grandfather built the original Gotham Underground. But these days... It's the Batcave. Да. Круто. And this is Brother Eye. Офигеть, огромная такая махина. Глаз Саурона. И отсылочки. Ну, Властелин колец это. Классика. Looking every satellite and server on the planet. It warns us when trouble's coming and guides us when trouble's here. Must take a real genius to operate. I don't know about genius, but I do. Привет, Харли. О, она так реалистично взорвала этот пузырь, что как-то даже не по себе. A world away, but the change of scenery is nice. I was surprised you called, Bruce. Things seem to be going well. So, what's up? Dismantling the regime created gaps in global security. We're covering them where we can, but we're stretched thin, vulnerable. Harleen, show them what you found. Righto, Bats. Bats. Не обязательно так всегда говорить, но это забавно. Everyone's favorite talking ape. He's got himself a band of bozos. Calls them society. My mole in Gorilla City says Grodd's planning something big. But what, where, when, we don't know. One thing we do know, Scarecrow's gonna ship Grodd a buttload of fear gas from a hideout in Slaughter Swamp. Very mosquito-y. Good thing I packed my bug spray. I need you three to stop. Куда мы отправляемся? Before it gets to Grodd. А, мы, в общем, они отправляются к Пугало. Don't worry, Bats. With this crew on the job, what could go wrong? Так они вдвоем только идут? I know I'm the new guy, but you really trust Harley? She's a different person since Joker died. Mostly. Окей, нож. Оливер такой, что происходит? Глава вторая. Девушка, которая смеется. Да, на этом мы, наверное, с вами закончим, раз началась вторая глава. Большое спасибо, что посмотрели. Поддерживайте лайком, если хотите продолжение, то тоже поддерживайте, оставляйте в комментариях свое мнение и подписывайтесь на канал, чтобы новые ролики не пропустить. И участвуйте в розыгрыше. Всем спасибо, всем пока!